И спи, отдыхай. Впервые за историю приобретения нами спирта через товарища Валентина продукт прибыл в новой таре. За неимением тары более мелкой, вот примеры, которые мы имеем в левой части экрана, они были тоже в разное время разные. Это небольшая часть тех емкостей, которые мы там приобрели. В этот раз почему-то нам все это предложили только в 20-литровой таре. И теперь возникла определенная проблема с переливанием медицинского раствора, так сказать, в более мелкую тару для более удобного использования. Так, вот это мы сейчас покажем поближе. Вот, это для стационаров медицинский раствор. Понятно, какого происхождения. Вот. И здесь аналогично. Вот. Пожалуйста. Вот это для стационаров. Наверное, по 20 литров это для стационаров. А это вот там нет такого, не написано, что для стационаров. Ну, что там написано? Что-то такое. Хранить недоступном для детей месте. Хранить в прохладном месте, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. А вот здесь еще добавлено, что это для стационаров. Что характерно, это 20-литровая упаковка. Да. Ну хорошо, хорошо. Сейчас займемся переливанием. Не крови, но почти крови.